Всем добрый день, дорогие друзья! Всех поздравляю с праздником, со Светлой Пасхой! Христос воскрес! Сейчас покажу, что у нас сейчас будет, ребятки, кушать. Будут кушать Пасху, которую я вчера испекла, и яйца, которые я ночью им сделала. Это какие-то сказки. Прошу прощения. Со сказками и зеленый. Не стало много красить. Время уже было много. 2 часа ночи уже, знаете, устала как черт. Поэтому много не украшала. Чуть-чуть. И вот такая вот Пасха, которую я испекла. Всех с праздником! У меня сейчас ребятки гуляют на улице. А если точнее, делают зарядку. Вот если вы сможете увидеть, то смотрите, они там ползают. Все вместе там. Ваня, Марина, Оксана. Катя тоже вышла. И они делают зарядку. У меня сохнет подушка. Снег почти весь растаял. Еще немного осталось. Тут грядки. Тут темная сторона, поэтому всегда долго тает. И ребятки вот там делают зарядку. Спортом занимаются. Погода сегодня у нас хорошая. Там наш Тайсон гуляет. Пишите, какая у вас погода. Всем добрый день, дорогие друзья! Я сейчас собираюсь стебелье снимать с веревки и развешивать новое. Хотела показать, смотрите, у меня скоро орхидейка зацветет. Видите, бутончик появился на ней. Мама, вот такой красивый бутончик. Тут вот новый пошел. Классно. Ване нельзя. Скажи привет. Да? Я пойду сейчас белье вот это сниму и буду новое развешивать. Ваня, уйди оттуда, ты мне и так уже на днях уронил цветок. Гадюка маленький. Ладно, идем заниматься делами. Курочки мои гуляют там в загончике в своем. Потом чуть попозже, когда на улицу выйдем, выпустим их по территории. Пока мы еще ничего не посадили, можно по территории гулять. А так вот уже почти, уже даже везде снег, ребят, растаял. Хорошо. Вчера я себя неважно чувствовала, поэтому ничего не снимала. Я уже вам объясняла, что я не буду в такие дни снимать. Белье развесило. Можно идти дальше делами домашними заниматься. Всем хорошего дня и хорошего настроения.
Так, дорогие друзья, поставила варить суп. И Света хочет себе гречневого макарона. Я решила сварить на курином бульоне. Хочу супик сварить. Сейчас бульон воды сюда еще добавлю, скипячу и добавлю потом мясо, картошку. Вот, ребята, своя домашняя курица. Я ее замораживала. Сейчас достала пакетик. Вот на такие секции я разбираю. Сейчас вот удобно в суп будет. Брошу ее и все. Вот пакетик разморозила. Сейчас второй разморожу еще для макарон. И все. Видите, как хорошо разделала. Зато время сокращает на готовку. Да, я понимаю, что вы говорите, что это не мясо. Но это ваше мнение. Вы, видать, там все омаров едите. А мы вот такое мясо едим. Так, мы готовим дальше кушать. Света будет... Света, ты эти будешь варить? Да. Света будет свои гречневые спагетти варить. Ну, а я буду суп варить. А? И тебе. Я думала, ты мне говоришь. Я хочу сейчас воды долить в кастрюльку. У нас что-то напор воды слабый. Уже который день напора воды нету. Вообще прям у меня... Я боюсь, что машинка сломается. Прям вообще напора никакого нету. Что стало с водой, ничего не понимаю. Вроде сезон огорода еще рано. А напора воды вообще никакого нету. И не знаешь, что такое стало. Так, вот так, наверное, поставлю. Вам, надеюсь, будет все видно. Я пытаюсь новые ракурсы какие-то найти для съемки, чтобы мне знать, куда что стоять. Мою эту камеру. Суп решила сварить рисовый с курочкой. Сделаем. Егорушка мне уже почистил картошечку и морковочку. Так что сегодня будет быстрый такой суп. Быстрый-пребыстрый суп. Вот так вот. Вчера в бане помылись, баню топили. Я вчера ничего не снимала, потому что себя не очень хорошо чувствовала. Поэтому я уже предупреждала, что когда я себя плохо чувствую, я ничего не снимать не буду, потому что видео получается не очень хорошего качества. Ну и вообще, по сути, ничего не получается. Так. Чем собираюсь заниматься? Картошку буду резать. Чистить, резать и кромсать. Так, у меня курица размораживается. Курочка, курочка. Работы много, а рук не хватает. Мне бы сейчас побольше бы рук, было бы вообще классно. Ладно, сейчас все нарежу и покажу, что приготовлю. Всем хорошего дня. Так, поставила зажарку. Сюда уже закинула картошку с рисом. Тут вода еще закипает. Готовим кушать. На улице сегодня погода какая-то пасмурная. Ну, не пасмурная такая. Ни солнца, ничего нету. Вроде с утра солнышко выходило, а сейчас уже нету солнышка. А так в целом нормально. У меня, кстати, Ильюша на выходные приехал, ну, на 10 дней выходных. Он сейчас тут солнышко Егорушка окно открыл. И хотела посмотреть, что мои помидоры, что-то ребята вообще плохие. Кошмар какой-то. Пока солнышко их уберу, чтобы они не сгорели, я обычно их вот сюда вот убираю. А второй сюда ставлю. И опрыскиваю я их всегда каждый день вот так вот. У меня, кстати, сейчас покажу. Да что у меня это бархатцы у меня взошли? Что у меня эти все попадали на палочки приделать и привязать, чтобы они стояли. Тут что-то прям мне не нравится. Сейчас, наверное, займусь этим, сделаю. Сейчас помидоры опрыскаю, конечно. И займусь, сделаю. Это у меня, ребята, низкорослые, скороспелые мини-помидорки. Очень надеюсь, что хотя бы парочка приживется. Ну, не приживется, значит, будем покупать. Что теперь? Ну, не огородник я, ребят, не огородник. Что теперь? Не всем суждено огородником быть. Так что вот такие вот у нас дела. Так, отодвинуть, и я хочу посмотреть рассаду бархатцев. Тут у меня разные, я посадила всякие разные. Вот такие вот посадила.
Потом тут какие еще я посадила. И вот такие вот два сорта. Они все до 25 сантиметров, поэтому я их посадила в один горшок. И вот так вот они у меня взошли. Все. Теперь вот так вот разверну их. А здесь у меня дыни и арбузы. Ну, навряд ли что-то выйдет, почему-то я так уверена. Это я первый раз посадила. И женское счастье цветет. Вот все, хочу, ребята, мужское счастье цветок. И все у меня не получается. Чеснок, кстати, хорошо взошел. А лук плохо. Тут еще три помидорчика. Ну, вот там вот. Огород еще ничего не садила, не копала. Еще пока не до этого. Скоро буду садить, копать. Настурция начинает вылазить тоже потихоньку. Ладно. Всем хорошего дня и хорошего настроения. А что вы там делаете? А вы снимаете что-то? Нет, маски. Маски делаете? Ну-ка, покажи, 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 покажи. Подожди. Ванька. Ванька в кепке, что ли? А, мне плохо видно. А вот теперь вижу хорошо, Ванька в кепке. Ваня, кепка. А мама? Мама тоже в кепке. Ура, ребята, всем привет, я тут. Короче, дети заняты, Света их развлекает, чтобы они мне не мешали. А Оксана что делает? В телефоне играешь? А, видео смотришь, все понятно. Белье я развесила, вы это уже видели, наверное. Ладно, пошла я дальше готовить, что я с вами болтаю, стою.